Жители края в Твиттере поздравил с праздником Вениамин Кондратьев. Губернатор пожелал счастья и теплого празднования. В ночь на 7 января Вениамин Кондратьев посетил Свято-Екатерининский кафедральный собор, где отстоял службу вместе с прихожанами. Богослужения, посвященные Рождеству Христову, прошли в 480 соборах и храмах Краснодарского края. В них приняли участие более 300 тысяч человек.